сколько людей здесь, счастливых отдыхающих. Людей прям очень много. Цены в этом году просто охренеть какие. Сколько места в Витязево, прям в самом центре для вас. Водоросли есть, в море. Температура моря 27,8. Но отдыхающим уже такая прохладная. А тут людей отгоняют от пирса. Масть нет, в этом году море. Ребята, мы сейчас акулу съедим. Рыба смогла сожрать, мы ее сожрем. Парень здесь красавчик, мучит прям движуху. Жонглирует. Я люблю всех отдыхающих. Хоть галушом ходите, мои дорогие. Я буду только рад, если вы сюда приезжаете. Августа как-то бы грустно не звучало, потому что началась вторая его уже половина. Солнечно, ветер северный. Температура воздуха у нас прекрасна. Сейчас в тенечке стоял. Было комфортно, на солнце выходишь, прям припекает. В тени 31 градус. Это очень комфортная температура, потому что на солнце градусов 35 жарит. Но обо всем об этом я вам расскажу и покажу. Мы сегодня начинаем от гостевого дома «Парадис». Смотрите на мне джинсовые шортики. Это подарок от моей подписчицы. От души спасибо за это. И давайте сделаем распаковочку подарочков для меня и для моей доченьки. Пришли от нее и отправимся гулять на Паралию. Посмотрим, как там. Потом пройдем по пляжам, дойдем до улицы Мира и по ней вернемся обратно. Приятного просмотра, хорошего настроения и позитивных эмоций. Всех крепко обнимаю и на все соцсети приглашаю. Ребят, если вы смотрите ВКонтакте, нажмите кнопочку «Поделиться». Отправьте своим друзьям, товарищам, чтобы нас в группе становилось больше. Подписывайтесь на нее. Это очень важно, чтобы теперь развиваться в новом ключе. От души буду благодарен всем и каждому. Все данные вы видите, можно и донатом поддержать, и телеграм не забывайте. Там онлайн информация о том, где, что, как, почему происходит. И вы тоже можете ей делиться вместе с нами. От души Юрий Азаровский с вами остается, друзья мои. Посылочка от моей подписчицы. Смотрим. Внутри у нас два пакетика. Маленький и большой. Начнем с маленького. Маечка. Кайфовый материальчик. Можно померить. Как тебе маечка? Большая или по-моему, по размерчику четко, да? Ну, прям четко. Отлично. Шорты. Даже такие ништяковые. Джинсовые. Носочки. Вау. Еще одна футболочка. Демикс такая более плотная. Дышащая. Все, как я люблю. Именно спортивный стиль. И размер тоже мой, да? Оценивает. Так что все отлично. Если вдруг кому-то что-то не понравилось, это ваша проблема. Вообще не понравилось. С этим пакетиком мы закончили. У меня получается где-то 54 по ихнему размер. Прям садится идеально. Носки мне. Тоже носки. Такие прикольные. Тот подарок, которого доча будет пищать. Мне фоточку присылали. Как тебе? Кордос. Вообще моднявая такая для Дашуни. Я уверен, что ей зайдет. Завтра мы поедем покупать ей вещи в школу. Магазин школьной одежды как раз таки. Вручу ей сумочку. Подписчицу свою от души обнимаю. Спасибо огромнейшее опять за подарочка в целую кучу. Мне теперь этой одежды часто не передосить. Это всю свою жизнь хватит. Это с толком, что я там на сезон беру там две маечки и мне хватает. То здесь прям носить реально не принять. Уже столько много, что я даже не знаю. Начинаем мы прогулочку с проспекта Южного. С той стороны улица Мира. Здесь у нас гостевой дом Алеша. Там жарит шашлыки. И люди говорят, что очень вкусно. Гостевой дом «Парадис» у меня есть на обзоре. Как в ВК, так и на YouTube. YouTube, кстати, отключил, дорогие мои, монетизацию всем блогерам из России. Точнее, AdSense. Без AdSense нету монеты. Теперь только если находить каких-то подписчиков где-то за рубежом, чтобы через них создавать новый AdSense и потом оттуда как-то деньги ловить. Короче, столько заморочек, что как бы ну его нафиг. А те средства, которые у меня накопились за уже 4 года, YouTube вообще полностью все забрал. Такие вот дела, дорогие мои. Думал, блин, сейчас разбогатею. Пришел мне блокировка на AdSense. Вот так вот. И живем. Воюет с нами пиндос по всем фронтам. Да и фиг с ним, не особо рассчитывал. Но все-таки, когда вот они перед тобой замаячили там, какие-то средства, и ты сделал что-то, чтобы их получить, не получил, немножечко грустно становится. Но всего лишь на долю секунды. Отправляемся на прогулку и отпразднуем этот момент. Здесь у нас ресторан «Аврора» находится. Ну и сам гостевой дом «Аврора». Если отдыхали в одном из гостевых домов, которые мы будем сегодня проходить, там, допустим, Лаконе, здесь Дольче Вита. Дольче Вита в этом году перешел на All Inclusive. И дай бог, чтобы у них все получилось, настроилось, работало хорошо. Сейчас здесь сухо. Это говорит о том, что людей в Витязево стало меньше. К сожалению, сезон потихонечку будет идти уже на спад. По дорогам машин меньше стало. Я по-честному говорю, доезжаю до Витязева из Анапы за 25 минут. Где-то с середины июля до вот буквально начала
военных действий в Курской области было 40-45 минут доезд, а сейчас 20-25. И дай бог, чтобы наши ребята победили всех на Курской дуге. От души их поддерживаю. Также у нас в Телеграм-канале собирали сбор гуманитарной помощи. Можете зайти, там в закрепленных сообщениях есть. И если вы находитесь в Анапе, поддержать дорогих курян в их нелегком деле. Как я и говорил, выбора нет, только вперед, только побеждать, потому что, как вы заметили, ни у кого там не спрашивали из мирных жителей, кто вы, что вы, а наоборот, еще и немцев пародируют, так же, как они заходили на Курскую дугу. Злые такие видео смотреть, ну, крайне неприятно. Мы русские, и с нами Бог. И так и должно быть. И мы победим, ребята. По-другому нас не будет. А зачем нам мир, в котором нет России? С левой стороны столовая номер 1 находится. Туда по прямой у нас. А давайте сходим в столовую номер 1 и посмотрим на цены, какие там. Столовая номер 1, как мы видим даже сейчас, хоть время у нас 11-12, людей здесь стоит довольно-таки много. 4 рубля хлебушек можно увидеть, компоты разнообразные по 50 рублей. Сладости тоже можно взять. Арбуз в стаканчике за 5, донат за 135, пирожное за 150, лесорти по 200 и 100 рублей дыня. Окрошка на кефире за 150, сгущенка 30 рублей, помидоры со сметаной 85, рычесовый шами 130, свекла 95, и свежий капуста 80, греческий 180, крабовый 17, 140, мимоза 160, соус по 50, майонез по 30, сметана и горчица, сельдь из-под шубы 150, оливье 150, цезарь 225 рублей. Борщ, солянка, все за стеклышком, можем увидеть. Борщ за 140, суп лапша 130, солянка весь 30, рассольник 150. Правила пользования, смотрим дальше, тут тоже очень красиво все указано. Яичница 40, каша дружба 70, каша овсяная 70, сосиска 1 штука 50 рублей, длинный в ассортименте 1 штука 70 рублей, омлет 100 грамм 65 рублей, цезарол, курица 1 штука 160 рублей, лосось 4, полза 300, форель. Радужная 185, лазанья из курицы 160 рублей, бедро куриное 95 рублей. Здесь выпечка тоже еще разная. Ну, очень хорошо, еще. И сосиска в тесте. Ну, я думаю, ценники вы все видите. Отбивная свинина 160 рублей 100 грамм. Отбивная из курицы 60 рублей 100 грамм. Плов с индейкой 220 рублей. Котлета куриная с сыром 150. Кефтели из индейки на пару 130. И сосиски в тесте. Здесь котлета рыбная 100 рублей, котлета докторская 130, 130 кефтели, любите печеные по 100 рублей, 100 грамм. Здесь у нас разные овощи запеченные, макароны, пюре, картошка 95, гречка 65, рис 65, пюре, картофель 95, макароны 65, овощи запеченные 74 рублей, 100 грамм, картофель по-немецки 95. Вот так это все выглядит. Сухари по 35, пространство большое, как всегда говорю, это столовая пользуется бешеной популярностью. Если, допустим, вы здесь ели, пишите, как вам, будет очень интересно узнать ваши отзывы. Столовых здесь много, в этом году только вот эта точка не работает, дальше там Парфенон, такая пространство некрасивое сделали, с той стороны столовая Аргон. Если где-то ели, обязательно, ребята, пишите, но сейчас мы успеваем на пешеходный переход и на ту сторону дальше гулять по параллели. Людей сейчас в жару 12 будет не так уж и много, так что мне снимать будет более комфортно. С левой стороны у нас Людмила Владимировна, наша любимая, дорогая, занимается экскурсиями. Ход на параллели в этом году облагородили, поставили здесь эти лавочки, стало очень красиво. И симпатично. Ну, давайте узнаем, что, почем и как. С той стороны, кстати, фрукты, овощи ребята продают. Людмила Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Как ваше настроение-то? А, нормально, хорошо, все в порядке. Ну, давайте интервьюшку нам на тему того, что, как и почем. Так, самое главное, ребята, если вы хотите на экскурсию, смотрите на номера телефонов. Телефон, по которому можно позвонить и написать на WhatsApp. Людмила Владимировна, они разные. Также мы можем увидеть, здесь каждый день вывешивается свежее меню из экскурсии от Реалтура. Ежедневно, да. С Реалтуром я катался во многие места. Могу сказать, что качество обслуживания на высоте. Экскурсоводам всем большой привет. Спасибо, что дарите хорошие позитивные эмоции и информацию для наших дорогих отдыхающих. Это очень важно. Что сейчас самое популярное? На Квадриках тоже катался. Да, была пушка, мне очень понравилось. Можете приходить, да. Людмила Владимировна. Ежедневно. У нас есть все. Дайвинг у нас есть, морские прогулки. Приходите. Все, что хотите, да. Атамань. У нас по субботам, например, фестиваль Атамань. Сейчас будет медовый, яблочный, спас же был. Нибирджай у нас есть, святые источники. Сафари-парк. У нас есть 3-400 стоит вместе с канаткой, с сафари-парком и с нашим экскурсионным. Старый парк у нас по понедельникам. Сафари-парк у нас ежедневно. В четверг у нас сафари-парк вместе со старым парком и с набережной Геленджика. По субботам у нас жемчужина
Межгорье. 1900 наша цена, плюс старый парк 800 рублей. Новороссийск, старый парк, Кабардинка, весь мир в миниатюре, набережная Геленджика и Абрау-Дюрсо. Вместе все на полный день. Она по на ладони ежедневно. В 8:30 мы уезжаем. Там панорамный вид, ласточкины гнезда, 800 ступеней, Кипарисовое озеро и Орел. Это начало Великих Кавказских гор. Очень хвалят в этом году Босфорское царство Амазонки. Это Амазонки, Абрау-Дюрсо, от запада вас вижу, есть. Я сам на этой экскурсии был, на канале у нас есть на нее обзор. И те, кто ездили, говорят, восхитительно, классно и прекрасно. Так что я могу вам посоветовать, ребята, посетить. Амазонки Босфорского царства. В этом году появилось новое у них представление такое, кубанская пленница, вместо свадьбы в Малиновках. И там же, на территории, есть дом вверх дном, мини-зоопарк контактный. Это все входит в стоимость 2400, это все вместе стоит. И плюс набережная Абрау-Дюрсо вместе с фонтанами, музыкальными циклами. По ценам мне сейчас вот даст Людмила Владимировна, вот тут все расписано, я сфотографирую и выложу в наш телеграм-канал. То есть и то же самое по всем экскурсиям. Если будут какие-то вопросы, обязательно звоните Людмиле Владимировне, спрашивайте. Она вам все подскажет и расскажет более подробно. Спасибо вам большое. Вас как зовут? Пару слов давайте. Меня зовут Елена, я из Самары. Это кто? Это мой сын Александр. Мы из Самары. Да, мы на вас подписаны. Мы все ваши видео смотрим. И даже несмотря, что мы здесь сидите, я все равно продолжаю за вами наблюдать. Спасибо большое. Вы помните, надо в Телеграм, ВКонтакте подписаться, потому что YouTube все глохнет. Хорошо, подписываюсь. И на Рутубе тоже есть, но там пока что-то глючит у меня немножко, но уже очень много видео туда перенес, так что будем вас там видеть. Где отдыхаете, Витязева? Звездный проезд 3, гостевой дом. Цена вопроса там? Четырехместный номер, 3000. Вы довольны? Да. Как сегодня море, Витязева? Отличное. Ну, вообще, очень. Мы сегодня, конечно, уезжаем, но мы очень довольны. Мы вас ждем еще раз, приезжайте, давайте фотографироваться. Не будем рассказывать, что мы ваши фанаты. Джаника смотрим. Регулярно бабушка нас подсадила, не смогла. Так, вы представьтесь, как зовут еще? Меня зовут Жанна. Сергей. Маленькую, красивенькую, как? Машенька. Давай пятюнечку, Маша. Молодец. И а тебя? Мы приехали из Подмосковья, город Дмитров. Очень приятно. Как вам у нас? У нас мы 4 года не были, в декрет ушли, поэтому не ездили. Ну, тут я психанула, купила билет на поезд. Ну, мы приехали. Здесь уже какая неделя пошла? 2 недели. Молодцы. Ну, тем более, расскажите, как? Все очень довольны. Загар словили, иммунитет, потому что в Подмосковье сейчас дожди и холод. Набираемся иммунитета. Ну, вы как-то рассказываете, знаете, как будто что-то плохо. Вот, плохо? Что-то плохое нет, что-то нет, случилось? Просто таким вот нерадостным голосом. Вот как-то вот 2 недели там. Я вот, про маму там хочу рассказать. Давайте. Вообще, мама ваша фанатка. Ну, она попала в больницу. В общем, сейчас поставили стенты, к сожалению. Ну, как зовут ее? Эльвира Борисовна. Вот, Эльвира Борисовна, вам скорейшего выздоровления. Дай бог, чтобы вы в следующем году к нам обязательно приехали. А может быть и зимой оздоровиться. У нас воздух прекрасный, круглогодично. Выздоравливайте быстрее. И еще помашите нам ручкой, ребятки, от души. Всем давайте привет. Сфотографируемся. Теперь можно отправляться дальше. То есть Паралия, ну не сказать, что кипит, то что половина людей на море, половина людей по номерам в жире. А многие сейчас просто возвращаются с моря. Поток на море, кстати, гораздо меньше. Что радует, что люди под ультрафиолет не идут под сильное время. На часах у нас 11:27. Мы видите, можем наблюдать прямо здесь сейчас окрашивание наших мусорок новых. Красиво прям изменилось Паралия. Здесь видим, что наводят порядочки, прям делают наши места для вас, для вашего пребывания более красивыми. И в ту сторону у нас Витязева. Арочку я это очень люблю, очень красиво. С левой стороны здесь девчуля плетут косички, могу советовать. Тоже наш подписчик этим занимается, ему огромнейший привет. Ну и парк Византия аттракционов – это лучшее место для того, чтобы вы пришли сюда с детьми, поразвлекались. Собственно, чем и манит Паралье. Недавно встречал на пляже на светло людей, которые сказали, а что у вас здесь делать? Скучно. Я говорю, вы, ребята, были у нас вообще, видели, что у нас на Паралии происходит. И, кстати, вкусняшки разные готовят, аромат, который заставляет захотеть есть. И они мне сказали на этот вопрос, нет, не были. Я говорю, ну то, что вы говорите, что у нас скучно, когда у нас есть великолепный парк. Когда в вечернее время вы сюда приходите, здесь вообще все гремит, шумит и радует взгляд. Тиры, разнообразные аттракциончики. Если хотите без очередей, то можно сейчас прийти. Если вдруг вы хотите, ребятки, так сказать, больше шума и народу, то, конечно же, вечернее время. Все выбирают свое. Сейчас парк уже к этому времени запустился, и по ценам можно посмотреть, что сколько стоит у нас в этом году аттракционы.
приходите, покупаете карточку и по этой карточке уже потом катаетесь. Здесь еще открылся второй этаж. В этом году его еще не видели. Пойдемте поднимемся, посмотрим, что там есть. Если вы здесь катались, напишите, как вам. Сейчас вижу, что готовят там маленького гонщика, и он будет врываться. Давайте подождем, посмотрим. Все эти кары на электродвигателях. Вот папа с своим сыном поехали оценить обстановочку трека. Ну что-то ребенок едет прям с мега аккуратно, как самый лучший водитель. Счет того, что это электро, у них только довольно-таки сильное ускорение. Папа у нас объехал ребенка, и смотрите скорость. Вау. Ну, электро, видите, мотор у них такой очень быстрый разгон, возможно. Папа даже подзаносит. И вот ускорение. Шуф, пролетел. Класс. Любимое колесо обозрения меня и моей дочери. Здесь уточки разные. В общем, очень много всяких клевых мест, которые можно посетить. Правый старец здесь кофе делает, он впереди своего сыночка наблюдая. Он у нас работает, если что, в зоопарке. Приходите. Он у нас повысился в этом году. Ну что ты на дорогу бежишь? Отойди с дороги, сыночек. Как вся работа происходит? Отлично. Это приходите, передавайте ему привет. Он проводит экскурсии, фотографирует вас красиво. Это на другой точке, в зоопарке. А где? Там возле, за автодромом. Два дня здесь, два дня на автоточке. Скажи мне, а когда ты вообще отдыхаешь? Я не знаю, мне просто хочется работать, работаю. Потому что есть желание. Пока есть желание, потом начнется учеба и придется учиться. Но учебе там тоже можно будет работать. Кстати, Ярослав пытается сейчас поступить в АИТ наш Анапский. И дай бог, чтобы у него все получилось. Это одно из лучших учебных заведений города Анапы. На кого ты будешь учиться? Коррекционная система и программирование. Практически по папиным стопам идет. Дай бог, чтобы у тебя все получилось. Но а тут я тебя хочу похвалить за то, что ты стремишься к тому, чтобы зарабатывать свои деньги. И у тебя получается. Его на работе очень хвалят. И из-за этого как бы его повысили, перевели уже на новую точку. В следующем году он будет уже работать, надеюсь, что чисто на фототочке. А может быть, еще будет лучшая работа. Ну и Данильке передаем привет. Где он, кстати? На Кенарина. Вот так. У всех работа есть, ребята трудятся, а это самое важное. Ярослав работает в зоопарке Витязева. Здесь хороший уход за животными. И также можно посмотреть на енотиков, которые с удовольствием поедят корм. Там продается он. Своим кормом кормить нельзя, потому что они едят специализированно. Сейчас вот жаричка, они там в тенечке все отдыхают. Много очень енотиков. Ну и также с левой стороны еще аттракциончики. Все, сына, пока-пока. Мочи пятюню. Давай. И пошлите, ребята, в левую часть парка, прогуляемся, посмотрим, что там еще есть. Аттракциончиком вы можете посмотреть. Там и город есть, где полазить, здесь виртуальная реальность и еще разные для более маленьких детей. Но также вот такой молот с левой стороны стоит для взрослых. И камикадзе есть, такая, как ножницы работает. Это же такие каноэ передвигаются по этой постоянно текущей реке. Мне, кстати, вот понравилось здесь вот на лебедях кататься по небольшому озеру Альпийское. Красивая горочка. В общем, парк Византия готов вас даже порадовать американскими горками. Приходите, катайтесь, ценники на аттракционы я вам все, в принципе, показал. Дальше все в ваших руках и желаниях. Выбор огромный для того, чтобы развлекаться и получать как можно больше эмоций для ваших детей. У нас тут все есть, видите, не хватает только вас. Мы возвращаемся, ребята, на Паралии. С левой стороны у нас тут великолепное переоформление кафе Византия произошло. Здесь у нас тоннельный океанариум, краски в котором Данил работает. И с левой стороны замок страха. Если посещали эти места, напишите нам обязательно. С правой стороны у нас Гавана Мама. Но сейчас она выходной, дневной. Вечером все продолжится. Там кафе Эллада, разнообразные товары. Тут ребята бьют грушу. И даже это все на камеру снимают. Такая неспешная дневная жизнь нашей прекрасной Паралии. С правой стороны магазин Пинта, морской стиль, сыроварня и винодельня Вальма, ну а дальше Фрегат кафе. То есть мест, которые можно посетить, здесь очень много. И говорится, только запасайтесь деньгами. По деньгам, друзья, во многих местах, в 99% вам можно либо переводом, либо телефоном. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь. Конечно, можно, как мы зовут? В том году фотографировались, хотим еще в этом году. Представьтесь, как зовут? Эдуард. Наталья. Откуда вы? С Одинцова, Московская область. Вы такие красненькие, только приехали? Да, вчера. Второй день. По вам второй сразу день. Видно, как у вас проходит отдых. Вот какие мы эмоции? Мы наблюдали... Сейчас на катере катались. Да. Дельфинов, к сожалению, не встретили, но... Эмоции получили, кайф, да? Кайф. Эмоции получили. Море чистое, наблюдали, теплое. Наблюдали, как вы снимали, ну, когда море, что было зеленое до этого, сейчас море
хорошая. Ну, есть немножко это самое, мерзость такая зеленая, но ничего, нормально. Почему мерзость? Каждый день смотрю, каждый день. Спасибо. В Телеграм подписаны? Телеграм нет. Подписывайтесь в Телеграм, и ВКонтакте там тоже все заходит. ВКонтакте, да. И в Телегу подписывайтесь. Просто надо сейчас развивать все соцсети. Не, ладно, вот, жалко. И хрен с ним. Как бы это все мелочи, не машите ручкой. Вам хороший отдых. А подождите, еще где остановились? Отель Леон. Как там? Понравился. Очень. По деньгам? 4000 за номер двухместный. Сейчас мы пока в трехместном, потому что, ну, сегодня сейчас переезд. Спешим туда. По-моему, 5. Ну, чисто, аккуратненько. Очень вкусный шашлык, рекомендую. Очень. И столовая обалденная. Великолепно. Адрес? Ой. Где-то здесь. Ну, там. Ладно, Леон, гостевой дом. Как приятно встречать наших дорогих подписчиков. С правой стороны море, бар, с левой стороны магазинчик «Фасоль». Работает тут также «Босс Мороз» мороженое. Дальше у нас «Фреш Кофе» и «Причал». «Причал» тоже на выходном дневном, к вечеру будет открываться. Движуха. С правой стороны море, бар. Здесь я смотрю, что уже потихонечку есть движ. Там у нас караоке работает. У нас сейчас вся инфраструктура собрана на пролей, потому что на пляже, к сожалению, позакрывали. Все. Мне очень жалко, наверное, Тайхаку, потому что там было прям очень атмосферно. В этот году мне там прям совсем не нравилось. Никуда в другие места ходить не хотелось. Вот с левой стороны заведение «Атмосфера» называется. Здесь такой небольшой пятачок, в котором фонтан не работает уже много лет, к большому сожалению. Магазин «Фанагория», бар «Дрова», курортный «Роман». Места, где продают разнообразные вещи. Здесь по прямой у нас хинкали, хачапури. И там у нас кафе «Ван» находится. Здесь мужики уже пожарили шашлыки. Кстати, можно посмотреть, почем на мангале в этих местах предлагают их. Цены вы все видите, озвучивать не буду. Если что, ставьте на паузу и разглядывайте. Ну и вот так вот выглядит само мяско. С левой стороны фрукты, овощи продают ребята. Вкуснейшие, прекраснейшие. Приходите, покупайте. Тут везде все стараются именно для вас. Дальше у нас столовая «Якорь» находится. Здесь предлагают... День добрый. Привет. Хорошо вам все. С правой стороны кафе «Ван». Какая красота, ребята. Все работает. Здесь небольшая очередь в «Якоре». Это говорит о том, что столовая тоже пользуется популярностью. Ценники у нас сверху. Если что, приезжайте. Можно глазком одним взглянуть, как оно все здесь выглядит. Салатики. Вот здесь, допустим, за соточку можно поесть. И все остальное можете разглядеть. Разные вкусняшки, пюрешки, выпечка. Ну, смотрите, ребята, очередь набежала, все стараются, девочки, чтобы вас всех накормить. Ну, выбор большущий. И вот так выглядит помещение, в котором можете поесть. Так что, если ели в «Якоре», пишите тоже свой отзыв, потому что очень важно узнать места, которые вам очень нравились. Пишите его прямо в комментарии. Лучшее для нас место было именно там. Я, кстати, рад, что ВКонтакте нас тоже очень много смотрят. Видео начали набирать там хорошее количество просмотров. Спасибо всем за подписку на нашу группу. Ну, по-честному, сейчас надо просто переключиться на какую-то соцсети, там уже развиваться более активно. Буду в любых местах вас рад видеть. Лучше, конечно, подписывайтесь везде, потому что что выстрелит и разобьется у нас в России, пока еще, честно, непонятно. Фрукты, овощи здесь. Инжир, помидоры за 200, 150 огурцы, 300 рублей виноград предлагают. И разные магазинчики по левой и по правой стороне есть. Там туалет находится. Здрасте. Золото, золото рядом с проходом туалет. Магазин «Копейка». Здесь тир. Девушка что-то не зовет пострелять. Подустала немножко. Тут у нас наш друг торгует кожаными изделиями. И у него прям аншлаг в магазине. Посмотрите, сколько людей тут. Пришли повыбирать экзотические сувениры. У нас ремень оттуда, из Африки. Как раз таки на мне. Я его только шорт-шорты переставляю. И довольно-таки классная вещь. Очень долго сложит. Конечно, когда ты смотришь на паралей, как гуляют люди вот в таких нарядах, это фантастические виды. Разные сладости. Потом у нас идет местечко с шаурмой гира. Только запускаются они. И людей с моря поток становится более такой значимый. Меридиан по левой стороне, там у них бассейн, люди
под ним отдыхают на лежаках, смотрят вниз, как тут люди проходят. Ну, а тут мы можем пройти по Александрийскому проезду. Там еще очень много гостиниц, которых в этом году тоже было достаточно у нас на обзорах. Всем спасибо, кто приглашал. Надеюсь, что и полезное мы для вас наснимали. Потому что, кто-то говорил, вы устамили. Ну, а кто еще вам покажет столько мест размещения Витязева? Отдыши. Кафе «Встреча», ребятки. Тут место очень популярное. Тоже призовой тир. Я смотрю на то, как здесь происходит отдых, и это великолепно. Чем дальше к морю, тем людей становится больше. Люди, причем не просто на море, но и по развлечениям гоняют. На таких разнообразных байках, 3D, такие конкурсы. Там выбор разных нужных вам принадлежностей, сумок. Также фрукты, овощи продаются. В общем, красота, друзья. Курортная жизнь, которая бьет ключом. С левой стороны у нас пицца, шаурма от мамы и бистро предлагают. Пойдемте одним глазком глянем. С левой стороны точка кофе. Ну и здесь выпечка из печи от ребят. Пиццы готовят. Дальше вина Витязева. Здесь под этим углом мы еще на параллели не смотрели в этом сезоне. Поэтому приятно увидеть, что здесь также красиво, зелено. Вот хотелось бы, чтобы вся прогулочная зона Витязева была именно вот в таком формате. Магазин «Еще один фасоль», аптека центральная, леопарды у нас тут пробегают по паралии. Как вы думаете, паралия все-таки у нас предназначена для того, чтобы в стрингах по ней ходить, вот как девушка в леопарде, или до этого там тоже девушка проходила? Или все-таки надо уже ходить здесь в верхней одежде, а пляжная для пляжа? Пишите в комментариях. Я люблю всех отдыхающих. Хоть голышом ходите, мои дорогие. Я буду только рад, если вы сюда приезжаете. Магазин «Перекресток», но с правой стороны у нас «Грин Бар», гостиница «Горгипе». Тоже есть у нас на обзоре на канале. Смотрите, приезжайте, отдыхайте. Здесь девчули у нас загорают под адреналинами, наверное. Ну, может, не они, или просто кто-то не донес до мусорки. Ну, и завоз-подвоз товаров тут идет в полном объеме. Гостевой дом «Этаки», дальше «Эмеральд» находится в этих местах. С левой стороны «Орион», также здесь быстрая еда, фудкорт, шашлыки мужики жарят для вас. Ну и с правой стороны «Ростик», соответственно, сверху у них там «Бохо» какой-то находится. Если там были, пишите, как вам. Что-то у них рекламу они аж повесили, наверное, только запустились. «Урарту мини-маркет», «Орион кафе» слева, и доходим до Знойной Серебряной улицы. По ней можно выйти направо по Паралии, это по Знойной, по Серебряной выйти на улицу Светлую. На Светлую я показывал там хинкальную вкусную недавно, также там есть фонтан, прекрасное место для вашего отдыха. Ну а дальше, ребята, здесь начинается толчия прекрасная. Продолжится наше путешествие, места очень важные, и те, которые зовут вас и манят, ради которых вы сюда все, собственно, и приезжаете. Уточняйте всегда конечную стоимость, дорогие мои друзья, когда вы пытаетесь что-то нарисовать на теле у себя. Потому что очень часто в любых моментах, если не знаете конечную стоимость, вы можете как бы от этого пострадать. Ну и вопрос, конечно, к фотографиям со всякими разными животными. Здесь их, как говорится, очень много. Но это вопросы не ко мне, а к тем, кто у нас занимается этими вопросами вообще, в принципе. С левой стороны проходим «Китайку». Здравствуйте. В этом году здесь можно увидеть, что очень большой разнообразный выбор шашлыка. Танцуют люди по вечерам. Отзывы разнообразные, друзья. Кому-то нравится, не нравится. Говорится, я ни там не отдыхаю, поэтому не могу вам сказать, где лучше. Пишите свои отзывы, пускай люди по вашим комментариям и выбирают эти места. Здесь очень много разных мест поустанавливали, где можно посидеть и получить максимум удовольствия от отдыха. С левой стороны веранда, кавказская кухня. Аромат, конечно, от еды здесь просто бешеный везде, и хочется чего-нибудь покушать. Но мы будем терпеть, пора худеть. Я только наконец-то начал снижать опять вес. Попробую так пройти между людей, потому что они идут со всех сторон и уже накупались. Лица что-то, знаете, такие сонные, как будто идут с каторги какой-то. Но ведь вы же были на море, друзья, ну как так-то? Давайте немножечко повеселее будем, что ли. Тут вы можете увидеть, что продают абсолютно всю одежду. Если что-то у вас испачкалось, порвалось, можете себе прикупить. «Олимп». Здесь разные жареные морепродукты, разливные напитки, пиццерово предлагают они. Ели, пишите отзывы. Ваши отзывы делают возможность других людей отдыхать гораздо
гораздо лучше. Первый Черноморского побережья, дальше Вальма, сыр, вино. Единственное, сейчас вам покажу еще, где вкусная чучхела. Честно, прям хвалю ребят. Вот сейчас нас опять угостили. Было очень вкусно. Дома мы поели. Последние две растягиваю удовольствие маленькими кусочками с чаечком. Это очень вкусно. От души советую. Вот мы дошли до них. Они здесь работают с левой стороны как раз-таки. Вкусная, классная и прекрасная. В этот раз вот такую темненькую и коричневую. Они еще вкуснее, ребятки. Если вы ели, пишите. Здравствуйте. Смотрим дальше разные вкусняшки. Сколько здесь всего продается. То есть на самый притягательный вкус могу сказать, что здесь все есть. А вам надо только приехать лишь и наслаждаться всем этим. Ведь сделать это несложно, надо иметь только желание. Тем более сейчас бархатный сезон уже приближается, цены будут гораздо ниже. Фрукты, овощи ребята продают, тоже у них пик пошел, сейчас с моря. Ребята будут все очень быстро здесь разбирать. Влево, если пойти, здесь можно попасть к аквапарку, который, я уверен, радует очень многих. Я был раза три в нем. Есть даже два обзора на него снятых. Смотрите, катался в самых высоких горах. Очень он мне нравится. Такой классный, небольшой. Здесь, ребята, тайское мороженое. О, и парень здесь красавчик. Мучит прям движуху. Жонглирует, изготавливая мороженое. Если ели возле кафе «Виктория», пишите об этом. Замена нашего шашлычника. И посмотрите, сколько людей стоит, сразу смотрит на это прекрасное шоу. Если пробовали у него, напишите, как вам, друзья мои. Красавцы. Че? Мне что-то в этом году никто не присылал, что у нас такое шоу появилось. Клевое. С мороженым. Далее. Столовая «Виктория». Здрасте. Можно с вами столовить? Можно. Как зовут? Руслан. И? Вика. Откуда? Пермского края. Как вам у нас отдыхается? Вообще отлично. Все нравится. Да. А где отдыхаете? Мы отдыхаем в гостевой дом «Малена». Адрес? Проспект, Звездный проспект 1. Цена? На 12 дней 80 тысяч. Угу. А сколько человек? Четверо. Вы довольны? Да. Все, хорошего отдыха, давайте фоткаться. Спасибо. Продолжаем дальше. Очень рад встречать доброжелательных и прекрасных своих подписчиков. Я очень рад, что такие люди меня смотрят, и я для вас стараюсь не зря. Давайте зайдем в кафе столовую «Виктория». Друзья, сейчас обед. В прошлый раз, когда я снимал, мне сказали: «А, Юра, у нас не так много было всего здесь», но по очередям заполненность, она сейчас самый топ из всех, которые мы с вами наблюдали. Можете видеть, как люди стоят, выбирают себе разные вкусняшки. Здесь все очень удобно подписано и классно. Здесь можно посмотреть сразу, что почем. Больше, допустим, здесь по 100 рублей за 200 грамм порцию. Блинчики, тут завтраки у девочек есть. Также есть комплексные обеды за 280 рублей. И меню. Смотрите, пускули еще тоже 3 блюда. Здесь выбор огромный. Тут все за стеклом. Выглядит довольно-таки симпатично. Соки разные. Да, действительно, сейчас выбор гораздо больше, чем мы вечером приходили. И вы можете посмотреть, чего здесь только нет. И салатики у нас сыпят. Классно. И самое важное, что здесь детская зона. И помимо вот этой, которой вот мы зашли, тут небольшая качелька, я вам сказал, тут, наверное, думаете, что такое детская зона. Это я сейчас вам покажу в том как раз месте, где парень красиво жонглирует, делает мороженое. Здесь есть вот такое вот место для ваших детей. Круто? Далее от столовой мы продолжаем наше путешествие. Тут все в коммерции максимально. О, кстати, здесь еще соки, воды, мороженое, пиво есть. Далее у нас пляж, гостевой дом. Раньше возле него тоже было очень много коммерции. В этом году и в том году ее убрали. Посмотрите, какое количество людей там дальше двигается к нам. Прям вся паралия занята в основном людьми, которые идут уже с моря. С правой стороны элементы одежды продаются разнообразные. С левой стороны в основном фуд-точки. Пойдет какое-то разделение. Люди выбирают подарочки, сувениры, увозят себе. Напишите, как вы думаете, какой самый популярный сувенир в этом году? Здесь 40 рублей туалет. Взвеситься можно после туалета, легче стали или нет. Также у нас здесь разливные напитки продают. И здесь выбор жареных и вкусных блюд тоже огромный. С левой стороны. Здрасте, здрасте. Ребята нам машут, это приятно.
А здесь могу советовать вам, ребята, ни одного плохого отзыва. И посмотрите, какую красоту делает. Девушка, можно я подсниму? Покажите, пожалуйста, вашу красоту. И вот такую вот рифму. По-моему, даже красивее, чем манекен, да? Красота, спасибо большое. И ребята делают разные вкусняшки, кофе, напитки. И прям нон-стоп. Только где улыбка с утра? Такие все сосредоточенные. Хорошая работа вам, ребята. А кукуруза почем, кстати? По соточке. Приходите обязательно, покупайте. Могу еще раз вам советовать. Место отличнейшее, ребята. Классно. Уже не первый год с ними дружим. Афрокосы, магазин, продукты. По картам можно все приобрести. Геопарк нынче вообще в теме. Выпечка в больших количествах абсолютно разная. Коктейли, бар здесь. Очереди. Не справляются, по-моему, ребята, но стараются вовсю. У них здесь выбор множества чебуреков разных и прекрасных, и как бы классно. Смотрю, работа кипит, все хорошо? Да, креветочек, смотрите, как вас обидели. Да не только я смотрю креветочек, у вас постоянно приходишь, где вы место находите, чтобы все это поставить, да? Много либо всего? Рядом. Это самое главное. Особенно сейчас на пляже нету, и чтобы сюда приходили люди. Хорошей работы. Здесь тоже рыбы разные, выпечки. Чего здесь, как говорится, только нет. В общем, барабулька, копченая, сушеная, вяленая, специи, аджика абхазскую предлагают ребята. И выходим уже на пляжные территории. Вы видите, сколько людей сейчас возвращаются обратно, и здесь уже покупают все, что им хотелось бы. К сожалению, как я и сказал, на пляже многие торговые павильончики сейчас не работают. И мы выходим уже ближе к морю. Тайхаку. Вот оно. Мое прекрасное любимое место. В этом году 2 месяца здесь провели великолепно. И потом закрыли, ребят. Жалко. Смотрите, скучающий, коптящий для вас. Вот только-только открыл, да, и готово. Че почем у тебя? 190 грамм. Любая рыбка. Самое вкусное в этом году у тебя что? Мерков, сибас, форель, дорада. Морской опыт. Вау. Слушай, а что вот больше всего покупают? Все покупают. Ну нет такого, что совсем вот что-то же лучше. Сибас. Это ты мне говоришь сибас отсюда или нет? Просто такие названия говорит. Ребята, мы сейчас акулу съедим. Вот это будет круто. А мы сейчас находимся на выходе с паралии и попробуем копченую акулу. Вот свеженькая, только закопченная. Акула, катран, это наша местная, вот в Черном море, которая вас могла сожрать, мы ее сожрем. Сколько стоит такая акула? 300 рублей 100 грамм. Это восхитительно, ребят, самая вкусная рыба, причем я ее только-только приготовил. Покажи вот вокруг, где ты находишься. В общем, если вы у него что-то брали, потому что работает уже какой-то 3-й год, да? Напишите ваш отзыв, потому что многим будет прям очень полезно. Ну а тебе спасибо за возможность попробовать морские деликатесы. И теперь с хорошим позитивным настроением, что на одну акулу в море стало черным меньше, соответственно, вас будет больше, и прогуливаемся дальше. Здесь мы прошли и миди вначале, там ребята готовят очень вкусно. Ну и с левой стороны, говорю, я прям грущу, то, что не работает тайхаку. Как было кайфово здесь, как было классно отдыхать, вкусно посидеть вечером, песенки послушать, как люди поют. Ну, здесь очень много разнообразной еды предлагают. Допустим, шаурма 240, кстати. Здесь сказали, что ребят не трогают, они находятся на частной территории. С левой стороны большой комплекс Аква. Здесь распродажа 3 штуки за 500 рублей разные футболки. Что такое у нас не придумают. Там кинотеатр сделали в этом году. Домашняя колбаса, дегустация. Круги разные продают. С левой стороны, как я сказал, большой такой батутный аквакомплекс. Хинкали предлагают. Где-то здесь вывеска, где их готовят, я не увидел. Тут лазертаг. Можно прийти поиграть на пароли. Дальше у нас туалет и душ находится. Ну, с левой стороны давайте посмотрим, что почем здесь стоит этот аквакомплекс. То есть по ценникам можно посмотреть, вам увидеть.
Так что если отдыхали, тоже пишите, понравилось на том аквакомплексе или нет. Ну и совсем немного расстояния остается до самого прекрасного Черного моря. Сегодня у всех отзывы о нем просто великолепные. Люди говорят, что стоит приходить купаться. Ведь это отдельный там вот Белый Мишка бассейн, там больше крафтовый бассейн. То есть деткам есть где полазить, побегать. А тут пенное шоу устраивают. Написано, что в 11, в 5 часов и 6.20 можно прийти под музыку с детками, время провести. Если ходили, тоже пишите. Далее, переодевалки, мусорки. Фух, самое главное для себя, что я дошел. Тут была столовая, теперь просто такой каркас стоит. И с левой стороны то же самое. Это люди купили, сделали, как администрация говорила. Ну, в этом году сказали, что все. К сожалению, больше торговать нельзя на пляжах. К чему это приведет, посмотрим. Ну, пока вот в таком формате все работает. Тут прям возле этих ходней люди отдыхают, валяются. Пляжи стали уже, людей много. Лежаки, смотрю, что заняты. Здесь они были по 400 рублей в аренде. Сейчас более точно мы узнаем. Здесь у нас для людей с ограниченными возможностями есть переодевалка. И для них же шезлонги стоят более удобные. Продают экскурсии и пирс на Витязевске. Смотрим на левую сторону. Мест нет. В этом году море размыло все, и поэтому, к большому сожалению. Вот смотрите, как-то не на широкую камеру смотрится. Туда мы в сторону пляжей, которые находятся на Аквамарине. По улице Светлый выход смотрим. Там людей прям очень много. Много настолько, что... А нет, хотя берег я просматриваю. Она все-таки чуть поменьше становится, чем было раньше. И на заднем фоне наша любимая прекрасная Анапа находится. Тигруля и Цыпа ждут своих клиентов. Ну и приезжают с прогулочки на Баунти, ребята катавшиеся. В общем, Витязева по лежачкам тоже все довольно-таки плотно. Здесь экскурсии предлагают. Посмотрим на левую часть пляжа. Тут людей довольно-таки тоже приличное количество. Возле пирса пляж размыло, туда дальше более свободно, что ли, берег дается. Какие вот особенности пляжей в этом году? Шезлонги 400-500 по-разному, 2000 такие вот бунгало. Ну и места, в принципе, было много. Туда дальше оно еще и осталось. Конечно, когда ты смотришь на все то, что здесь происходит, сколько людей отдыхает и радуешься за то, как им хорошо, то тебе, как говорится, и карма заходит совершенно другая. Ведь море, что надо еще? Конечно, пляжи хотелось, чтобы народу было поменьше, но, как говорится, как есть, друзья мои дорогие. Витязева ждет вас каждого. Приезжайте, надеюсь, что шока у вас нету, просто хорошее настроение. Так, прям... Хочется даже очки снять, чтобы вам свои глаза показать, насколько они счастливы от того, что вот это все прямо здесь в Витязево происходит. 16 августа 2024 год. Приезжайте, осталось еще немножко, и дай бог, чтобы каждый из вас успел здесь отдохнуть от души желаний. Здесь поднялся еще чуть повыше на пирс, и посмотрите, что происходит на наших пляжах Витязева. Тут видно все гораздо лучше, людей много. Все счастливы на отдыхе. Кто-то вот с рыбалки только приехал сюда дальше. Кажется, еще больше народу. Это пляж Аквамарин. Он бьет все рекорды. Желаем вам всем, кто приехал, хорошего отдыха в таком чистом море. Море, конечно, фантастика. Такое прям честно хочется все бросить, я думаю, приехать. Ни водоросли вам, ничего. Просто нереальный кайф. Конечно, пляжи попоменьше заняты, и тогда было бы еще круче, да, друзья? Ну, все по факту, все как есть. Чего скрывать? Людей, которые хотят поехать на морские экскурсии, тоже много. В этом году нет такого громкого звука, который меня бесил. И все равно люди подходят и записываются. Ну, это в сторону пляжа на улице Мира. Тоже можно разглядеть, сколько людей здесь. Счастливых отдыхающих. Под солнышком нашим анапским, купающимся в чистейшем море нашем прекрасном. Насколько это великолепно наблюдать, когда люди приезжают к нам на юга отдыхать. Тут море тоже великолепно и чисто. Понаслаждались? Пойдемте прогуляемся до пляжика по улице Мира. Тут тоже, видите, подмыло. Какая-то труба большая тут оказалась, друзья. Мужики прям тут сидят, отдыхают. В общем, у каждого свой вайб, свое удовольствие и выбор отдыха. Так, лежаки 400-500, вот эти бунгало по 2000, стандартная цена везде. Здесь лодка припарковалась, это с электромотором. А тут людей отгоняют от пирса.
я так понимаю, возле пирса не купались, потому что, ну, это опасно, в принципе. Что-то так кричит девушка громко, а люди особо не реагируют. Счастье, радость и самые позитивные эмоции. Прям интересный такой аппендикс получился пляжный, в котором поместилось и очень много людей. Море просто фантастическое. А, вот за буйки еще просят, чтобы не заплывали, потому что там катера ходят, гидроциклы. Так вот, во всех таких пляжах оборудованных получается уже нормально не покупаться. Какие сегодня облачки, такие фотогеничные, мне они очень нравятся на фотосессиях. Сегодня у меня на закаты будет красивая съемочка. Я, ребят, вас приглашаю. В августе осталась одна свободная на 31-е закатная. На утренние места еще есть. Обращайтесь, буду рад вам помочь. Кто-то хлебушек накрошил, наверное, покормить рыбу хотели. Видите, маленькие плавают. Я подумал, что так и надо. Сегодня говорили, что водичка стала прохладнее. И будем рады, чтобы она теплела в дальнейшем. День добрый, а к чему предупреждаете людей? За буйки не заплывали. Именно за буйки, то есть а так купаться сегодня можно, все хорошо. Спасибо большое. То есть за буйки не заплывать, значит, я все правильно услышал. Воздух у нас до 35 на солнце, 31 в тенечке. И такой вот прекрасный момент отдыха. Занят, Эдуард. А детей? Артем, Максим. Как вам у нас отдыхается? Это прекрасно. А где? Мы на улице Рос сняли. Ну, адрес Полина. Какой? Малина? Полина, да, Рос. А Полина? Да, там и цены приемлемые. Почем? Ну, трехместный у нас вот 3500, пятиместный 5500, трехместный 4000. По условиям довольны, уборки там, да, все номера. Да, а море как вам? Море тут шикарно, ну, прохладненько немножечко, как будто бы. Посмотрите. 27,5 градусов. Это прохладненько? Да нет. Просто ветерок северный. Ветерок северный, вы выходите, вас обдувает, из-за этого, кажется, прохлад. Так море, блин, прям кипяток на самом деле. Хорошего отдыха, спасибо, что смотрите. Рад знакомству от души. Спасибо большое, ребят. Вот так вот наши подписчики подходят, и температура моря 27,8. Но отдыхающим уже такая прохладная. Просто все, здравствуйте, из-за того, что у нас температуры разнятся. Воздуха и моря на 8 градусов. Как отдыхается? Вообще супер. Дай бог. Огонь. Спасибо, дорогой, за рекламу. Вот приглашаю это на фотосессию. От души. Вот так вот, ребята. Это были ребятки у меня на фотосессии, две семьи приходило, и вот им настолько понравилось, что папа улыбается и счастлив. Все получилось, фотки они, кстати, уже получили свои. Мы возвращаемся, берем свои шлепанцы и отправляемся дальше на прогулочку. Здесь разные водные аттракционы присутствуют, смотрит внимательно спасатель. Как, можно говорить спасательница? Да, спасательницу Малибу, наверное, можно. То есть за тем, чтобы у нас люди не заплывали за буйки. А мы гуляем по морю теплому и ласковому. Главное, ни на кого не наступить. И наблюдаем людей счастливых. Здесь у нас пляж, все сдаются, лежаки там на второй линии чуть пляжные отели снимают их. О, водоросли я нашел все-таки, ребята. Ты скажешь, что все не так хорошо и радужно. Да, водоросли есть. В море всегда. Причем еще в Крыму, на Мальдивах я находил, что здесь они присутствуют. И вот остатки медузы. То, что не доели наши дорогие туристы. Шучу, если что. Отходим буквально чуть правее. Здесь техническая зона. Ну и людей сразу же меньше становится. То есть мест для отдыха. Вот маленькая тележка. Это у нас пляж Дюна называется. От них стоит что-то не подписано. В этом году там собака купается в море. Что я наблюдаю, дорогие мои друзья? Мы отходим немножечко в правую сторону от пирса. В сторону, да, пляжа там тоже будут заполнены. Но здесь, смотрите, как свободно становится. Мест просто миллион. Лежаки свободные кучами. Море также чистое. Море людей меньше. То есть приезжай отдыхать чуть-чуть метров. Вот сколько я от пирса отшел? 30 метров. То есть все в ваших руках. Кто-то в толчье, а кто-то чуть прошел и отдыхает, как царь. На свободных пляжах. Кстати, я очень удивлен в этом году, что так и меняется берег. Виляет, очень близко подошел к лежакам. Ну, леопарда тема у нас продолжается в полной мере. И чули загорают, и таких красивых у нас очень много. Спасибо всем, кто приезжает к нам, выбирает леопардов. Много спящих, но будьте аккуратны, ребятки, потому что можно сгореть на пляжах.
это будет как бы очень неприятно для вас, вашей кожи. А так отдых на все 200-300% на свободных пляжах, я уверен, что вам зайдет непременно. Все ближе к пляжу к миру подходим. Здравствуйте, как вас зовут? Да, Антон. И? Варвара. А что тогда не узнали? Не похож? А вроде в очках, я говорю, как же в очках, не похож. Солнце, я вечером на закате фотографирую, из-за этого глазки болят. Какие красивые облака сзади вас. Как вам у нас отдыхается? Отлично. А где вы отдыхаете? Мы в весовом доме Венеции отдыхаем. Почем сейчас там стоимость? 5000 за сутки мы платим. Вы довольны? Да. Море теплое или холодное? Хорошее. Великолепно. А то мне подписчики встречаются, которые говорят, море холодное, оно 27,8. Хорошего отдыха. Спасибо, что смотрите. Спасибо. И отличной погоды. Вашей семье всего самого светлого. Вот моя жена. Помашите ручкой, как их зовут? Алена и Леонид. Спасибо, что смотрите. Вам тоже хорошего отдыха. Ютуб-то убрали, по-моему. Да, ВКонтакте, Телеграм, везде есть. Рутуб тоже закидываю, но он глючит. Иду, за мной идут ребята, какие клевые. Поворачиваю, думаю, что-то хотели. А вы кто? Ну, неужели в очках-то себя не похож? Ну, спасибо большое, что тогда подходите. Сегодня очень много подписчиков, без трансляции знают. Это приятно миллион раз. Потому что когда эфир-то понятно, там увидели оповещение, пришли. А когда ты бродишь, и никто не знает, где ты и что ты, и вы узнаете, это прям очень круто. Девушка пошла купаться на море, для того, чтобы как бы таким загаром были все, как у нее, просто великолепно. Вообще, пустота, ребята, на пляжах. Вот можно на такой пустоте приходить и отдыхать даже. Вы посмотрите, сколько места Витязева прям в самом центре для вас. Главное, говорится, получать удовольствие максимально от того, что происходит. Хорошего отдыха! Приятно, я говорю, хорошего отдыха, подписчикам. И погода хорошая. Это круто. И спасибо вот всем подписчикам. Самое интересное, что подписчики так пальцем как будто ругают меня. Море просто супер фантастическое. Ой, друзья мои, друзья, как же это круто, как же это красиво наблюдать весь этот вайб на наших великолепных пляжах, видите вам. Ну, где-то людей густо, где-то пусто. В общем, просто проходите вдоль берега немножко. Ну, сегодня, я думаю, вообще многим лень ходить, пришли, море чисто, еще из-за деревни люди ходят, а вот чтобы искать все свободные места, это происходит крайне редко. Вот он, выход на пляж по улице Мира. Туда дальше у нас Витязева пляж, база отдыха, детский санаторий. Я недавно его снимал, показывал вам девчули, которые выпивают на берегу. Не пейте алкоголь, ребята, море такое, что ошибок, к большому сожалению, не прощает. Алкоголь – это одна из ошибок, по которым люди купаются и тонут. В этом году слишком много уже утонувших. Хотелось бы, чтобы их было меньше. Дальше САПы сдаются, и туда мы ходили в этом году. Давайте на улицу Мира вернемся и посмотрим, что там происходит в августе 2024 года. Конечно, морюшки, пляжи просто великолепны и прекрасны. Даже под зонтом тоже с классиком, наверное, все-таки девушка. Ну, тут маленькие красавица с бутылочкой. В общем, великолепный отдых 2024 года выглядит именно так. Дай Бог, чтобы так и было. Я как местный житель этому несказанно рад, то, что вы приехали отдыхать. Вот здесь шезлонги 500, лоундж диван, ну тот за 2000 можно снять. Многих отелей здесь есть, пляжные территории, которые были у меня на обзоре. Так вот люди отдыхают. Ну, допустим, 7 адмиралов, пляжная территория подписана. 7 адмиралов у нас на обзоре есть. Бары все закрыты, воду нигде здесь не купить, надо отходить от пляжа. Пишите, испытываете ли вы от этого какие-то негативные моменты, потому что надо администрации задавать вопросы. Нам присылали очень много вопросов к тому, что люди жаловались на это, и хотелось бы, чтобы вы участвовали в этих опросах. Как можно больше людей писали, надо ли вам вода, или вы сами ее можете принести. Туда дальше у нас туалет, душ находится. Тоже на этом пляже в этом году, видите, красиво их как сделали, оформили, они такие великолепные и прекрасные. С левой стороны пляж, база отдыха, Витязева, как раз таки указатель снимал я недавно. Там тоже можно шезлонги снять, и отельные пляжи находятся. Тут с правой стороны также расположено место для игры в лазертаг. Развитие территории мы видим. Ну и наши любимые дюны, дай бог, чтобы их никто никогда не трогал. И они всегда радовали и привлекали наших отдыхающих. Это наши единственные залежи песка.
Вы видите, что пляжи волнами примерки центрального уничтожились. И потом, если этих песков не будет, Боря пойдет туда дальше в поселок. Так выглядит оборудование для лазертага. Выбирают себе пулеметы, чтобы побегать, пострелять друг друга. Что-то, знаете, игры про войну сейчас, наверное, не для меня. Шел-шел по досточкам, понял, что это очень долго. Хожу чуть быстрее, чем все остальные. Кстати, сколько сегодня уже? Всего лишь 4000 шагов, 4 километра по параллели сюда. Возвращаюсь обратно. Это с моими зигзагами, со всеми. Вот он, идеал на обзоре. 7 адмиралов здесь на обзоре. Хотелось бы все, чтобы были, но когда-нибудь, может быть, им понадобится видеообзор. Сейчас у них очень большая загрузка. И я думаю, что дополнительная реклама просто не нужна. Здесь на дюнах стоит бар, напитки разные продают. Это первая точка, где можно купить воды. Кронус Хотель, столовая находится, кофе. Здесь еще фуд-точка, там фуд-точка. Ну и самое известное, это вон там столовая на углу. До нее мы сейчас дойдем. Можно сразу выйти на Скифскую и пойти вправо. Но большинство людей ходят здесь направо, вдоль вот этих вот строений. Черепашек продают. Говорят, что они вырастают вот такие. Поэтому 10 раз подумайте, прежде чем их покупать. Кукуруза, шашлыки, еще один проход на Скифскую улицу, абрикосы, столики, чтобы перекусить, гурман, столовая впереди. Здесь люди едят как на улице с своими детками, так и внутри, покупая продукцию. По ценам можно посмотреть, что почем стоит. Ну, я думаю, что подробно особо не получится снять, здесь слишком много людей. Пришли на питание, за стеклышками все, допустим, 135 рублей 100 грамм отбивная, гречи, картошки, в общем, людей просто очень, не хочу никому мешать, сейчас время обеда, сделаем вот так вот, поближе цены подснимем для вас, чтобы было видно. В принципе, я думаю, что этого будет достаточно. Из-за большой востребованности здесь люди обслуживаются уже на второй кассе. 45, попить можно 120 рублей. Это кортик можно прикупить и посмотрите очередь. Вау. Так, мы выйдем здесь на улицу. В общем, не будем мешаться. Приему пищи людей прям очень много. Ну, пустые тарелки, реально пустые. Это показатель того, что все съедается, все вкусно. Если вы здесь ели, пишите, пожалуйста. Дальше у нас еще пара отелей. Они с выходом на центральный пляж. Ну, со стороны эта столовая выглядит вот так вот. Это улица Мира, пересечение с улицей Скифской. И мы начинаем прогулочку по Миру. Посмотрим, что здесь продается. Чуть более подробно, чтобы вам все разглядеть. Тем более вы по этим местам ходили. Я думаю, что очень много мест вы любите и с душой будете вспоминать о них. Самое главное, что отзывы. Отзывы. Выпечка, очпутки. Жарят прям при вас, блинчики делают ребята. Чем очень много вкусняшек. Популярны? Да. Люди сидят и едят. Шашлычки жарят мужички. По 100 рублей есть лаваш. Дальше всякие морские вкусняшки обжариваются. Можно посмотреть стоимость на продукты пива. Ага. А где мой любимый дорогой? Наверное, выходной у него. Ну, передам привет самому главному торговцу прохлады у нас здесь на улице Мира. Дальше здесь ребята предлагают мороженое по вот таким ценам и разные сладости. Малыши по 60-150 десерты и вкусный кофе делают. Кстати, здесь кофе, но подписчик ходил на красный кофе машины, говорит, что очень вкусно. Ну и дальше одежда, салон красоты и пицца, кафе, снейки всякие разные. Разливные предлагают, пиво, кабижинские. Тут у нас крема для загара, ну и книги, сумки, как и рыба тоже есть. По ценам можно посмотреть, что почем. Хорошие крупные ценники. Но мы дальше с вами двигаемся, ребята. Как же хочется пить. Думаю о том, что сейчас поеду домой, буду много водички потреблять. Но надо дойти, потому что сейчас попьешь и будешь идти чмокать, чавкать всю дорогу. Чего мне делать совершенно не хочется. А камера постоянно перегревается, это немного печалит, конечно, меня. Хотелось бы нон-стопом снимать, но приходится вот кусочками чуть-чуть
остывать. Время тратится на это еще, конечно, больше. Но мы будем надеяться, что уже скоро придет хотя бы там градусов 28-27, комфортная сентябрьская температура. Она такая прямо в прогнозах и написана. В Телеграме публиковали мы прогнозы. О, здесь фудкорт, гиры. Допустим, за 200 сейчас можно взять, есть и ели. Тут эта улица все больше такой красиво отельной становится, смотрю. Все, друзья, осталось совсем немного, и мы с вами выходим уже к улице Знойной. Как заходит тучка, вообще комфортно становится идти, дышать. А так, конечно, в такое время не лучше где-нибудь в номерах сидеть, потому что там будет гораздо более комфортно. Тут ребята фрукты, овощи продают, но выставка без ценников, к сожалению. Дальше акция «Шашлык» по 98 предлагают мужики. Кстати, пишите, где, по вашему мнению, самые вкусные шашлыки «Витязя». Тоже людям будет классно. Здесь столовая, очередь большая, медийное место. Есть, значит, здесь для вас что-то жарят и пиво наливают, педикюры, еще маникюры. Ну, собственно, друзья мои, мы практически добираемся уже до конца. Справа стороны вино, тут еще тандырная мастерская будет с выпечкой. Тут открытую кухню сделали, чебуреки жарят, вкусняшек много разных, специи, сувениры. И еще одна точка, на которой делают шаурму и гиры. 280 цена в этом году за гиро, друзья. Ну, если больше же 140, то что говорить по все остальное. Самый вкусный шашлык написано. У Карена от 50 рублей предлагают. Здесь у нас экскурсии, фрукты, овощи продают. И вот у нас Знойное пересечение. А с правой стороны вечер комп работает. Так, Турилу ему привет передаем. Ну, а по прямой тут, по-моему, круглосуточно работают ребятки. Столовая номер один. Мы видим, сколько здесь людей на посадке. И дальше у нас Илиада, гостевой дом. Мы в этом году приходили, шашлыки здесь ели. И наши подписчики вчера были... позавчера на фотосессии говорили, что они тоже здесь питаются, им все нравится. Можете посмотреть, как это все выглядит. День добрый, хорошему шашлычнику и прекрасному. До сих пор вспоминаю вашу вкусную барашку, прям огонь. Души подписчики, кстати, приходят, говорят, вкусно готовите, не только для нас, но для них тоже. Хорошая работа, да, души. Смотрим, ребятки, что здесь можно посмотреть. Столовая работает, людей много. Едят тоже, я думаю, достаточно. Но это самый главный показатель по ценникам. Давайте поближе сделать. Хотя, в принципе, на плюс-минус везде одинаково. Выбор огромный. Все всегда у ребят свежее. Ну, в принципе, отзывов плохих про Ляду мы не слышим. Ну и вкусные разные гарниры. Также коктейли и раздевные напитки люди делают. Продвигаемся дальше. У нас гостевой дом «Патра» тут находится. Самое главное, важное, вы должны вспоминать, что у нас на территории здесь Рома готовит крэп-блины. Также у них тоже своя столовая есть. Ну и в аренде этот гостевой дом как раз-таки у Ромы. Если вдруг вы тут отдыхали, напишите, как вам. Нам будет интересно узнать, получилось ли у Ромы или нет. Он там весь в работе, пока ему немножко не до нас. Ну, мы, наверное, напрягаем. В общем, Ромику удачи, и чтобы все у него получилось, и никак иначе. С левой стороны можно идти без рекламных разных объявлений, там тротуар вдоль Лог Витязя, а с правой стороны здесь нет-нет, появляются разные классные, красные места. Тут сделали тротуар, с левой, с правой стороны те машинки паркуются, но людям не мешают прогуливаться. Тут ребята продают фрукты и овощи, приставать не будем, разные сувенирчики имеются, так вообще жаришка дает. Дальше гостевой дом «Марина» называется. Не хочу на фрукты и овощи спрашивать цены, для вас это будет шок-контент, потому что цены в этом году просто охренеть какие. Еще в начале лета пугали все черешню, сколько стоило, там по полтысячи было, но все остальное не дешевле. Гостевой дом «Марина», если отдыхали, пишите, как вам. Вот, допустим, впереди уже «Золотое Руно», а туда проезд «Французский квартал». «Французский квартал» я не снимал, «Золотое Руно» мы уже несколько раз делали пересъемку, ребята работают хорошо, и подписчики пишут прям такие шикарные возгласы, отзывы о нем. Дай бог, чтобы так и было. Здесь шашлык предлагают за 120, пиво 70, люля по 250.
На заказ для вас жарят ребятки. И люди отдыхают. Детская площадка еще здесь есть. Ну и бассейны. Отдых тоже никто не отменял. Можно посмотреть, как это там происходит. Плескается. Дай бог, чтобы все было хорошо. Большие блины 40 сантиметров предлагают вам в этом месте. По 210 рублей мороженое, столовое. В общем, все есть, друзья. Для вас, для вашего хорошего настроения. Тут готовятся к сезону. Чистят лук. Под такую музыку. Это Бавария, гостевой дом. Перед своей дверьми открыл тоже такое место для еды. Здесь направо проезд Лок Витис называется. Тут несколько тоже гостиниц имеется. Ну, а тут Астория есть на обзоре. Она занимает почти весь квартал, большущая. Мы ее снимали. Очень хорошие отзывы. И дай бог, у них тут немножко отличается еда от всех других мест. Если вы вдруг ели там, тоже пишите, как вам. Туда дальше у них есть супермаркет, где предлагают фермерские продукты. Тут иногда работает прямо на вывозе их продукция. Ну, сегодня что-то по ходу выходной. А это спортивный комплекс, который называется «Витязь». Тоже машина напаркована. Это гостевой дом «Зодиак» находится. По прямой у нас Понтус, и туда дальше улица Мира продолжается. Ну, я надеюсь, что сегодняшняя прогулка была максимально полезной. Вы посмотрели это видео с большущим удовольствием и подпишитесь на все наши соцсети. Благодарность за это можно поддержать. Да, нам тоже будем благодарны за это. Но сейчас, дорогие мои друзья, мы заканчиваем нашу прогулочку. Ну и немножечко моря для вас. Как всегда, как же жарко. И заканчиваем мы на 6000 шагов. То есть там чуть больше, около 6 километров для каждого из вас, чтобы вы окунулись в нашу атмосферу середины августа. Поселка Витязева. Непременно захотели приехать нам на бархатный сезон, а может быть даже уже завтра. Еще раз, Курск. Мы с вами стараемся, поддерживаем. Вам всем, ребята, переходите в канал, кто в Анапе у нас проживает, и делайте вещи, поддерживайте, пожалуйста, наших дорогих солдат. Будем вам за это от души благодарны. Ну, а также курян. Ребята, тяжелые времена. Нет, многие пишут, Юра, это видео, что случилось. Ребята, война с нашим народом идет уже очень давно. Активную фазу у нас вступила уже 2,5 года, поэтому для меня ничего особо не изменилось, я это прекрасно предвидел, но многие считали, что на нас-то не напали, значит, пускай решают вопрос сами. А теперь вот как вы относитесь к тем, кто говорил, что меня это не касается? Где они сейчас? Они продолжают играть в ту же самую игру, которая называется. Также меня это не касается. А это касается уже наших земель. Там фрицы ходят. Жесть. Ладно, ребят, море. Увидимся в следующем видео. Да, Павел? Да?